Вот с утра еду со вторничного рынка и показываю вам рядом со вторичным рынком вот эти сети. Все пустые стоят почти. Построено много-много сетей. Красивые, с бассейном, без шапак перестраивается полностью. Вот. Строится много домов. Сети, турецкие дома. Вот. Все районы перестраиваются. Дороги новые закладываются. Это сейчас будут снимать, эти дороги. И будут закладывать новые, потому что это были как бы уже, скажем так, во время строительства. Теперь будут уже при постоянном этом. Вот шапак. Думаю, покажу вам. Рядом с рынком. Со вторичным рынком. Чтобы вы видели. Есть один-два так и дома, которые самые еще не застроенные. Но ничего, это вот строится все равно все. Вот апельсины прямо вдоль дороги продают. Вот эти все дороги сейчас снимают, будут снимать и будут строить новые. Потому что коммуникации были проведены, и хотя и исправляли, когда вырезали асфальт, но теперь уже все проложено, и газ проведен, все проведено. Вот. Покажу. Не люблю пустую время тратить. Вот что-то чем-то полезным. Вам может когда пригодится, когда захотите в шапак, например, скажет, вот по этой улице я ездила. Или я ездил с Ахмедом. Здесь очень много автобусов ездит, маршрутов, очень много в центр, вот. Здесь и БИМы, МИМы, ШОКи, А101, вот. Вот эта дорога сейчас выйдет прямой на трассу, которая едет на море. Вот. Здесь слева от нас вон БИМ. Справа от нас ШОК. Магазинов этих много. Очень много маркетов, которые дешевой еды, которые ниже, чем в Мигросе. И вот эта трасса выходит прямая, уже едет в Кони-Алтеи, вот, Унджалы, Фурму, Лиман, вот эта дорога вся идет сюда. Вот. Думаю, с утра вам экскурсия не помешает, пятиминутная. Я люблю в реальном времени показывать, как, что. Сегодня вот 18-е. Февраля 2020 года. Всем хорошего дня и хорошего вторника, дорогие мои. Пока-пока.